Здравия всем канале. Марка Елена Терегеть. Маркушка, салюте. Салютамо. Салютамо. Бергам де Хура. Но, аккура носимо Бергам де Хота. Допо нема Бергам де Хура. Видите, а потом... диалект. Очень сложный, я вообще ни одного слова не поняла, но я знаю, про что он говорит. Что мы пойдем потом наверх, а мы сейчас находимся в Бергамо внизу. И вот мы сейчас с вами посмотрим на нашу комнатку, где куда мы вселились. Ой, опять зеркала, зеркала. Оп, мадам. Мадам Помпадур. Ковровые покрытия. Это практически во всех гостиницах. Ну, будем говорить, 80%. Это большинство. Штукатурка, обои, наверное, друзья. Вот они стыки, обои. Потому что так не определишь, качественно сделано. Такие светильнички интересные. А мне будут говорить, фу, что-то она там рассказывает про какие-то светильники. А, ну это нам надо. Buongiorno. Buongiorno. Она забыла нам дать тапочки. И сказала, чтобы мы тапочки одевали. А я вот не хочу. Я вот сейчас разуюсь. Раз, два. Хоп, я разулась. И будем посматривать, что у нас тут есть. Опа. Нет, это не сюда. Это, наверное, вот сюда. Вот так. Здесь у нас кафель, здесь у нас биде, унитаз, здесь у нас душевая кабина. Все чистенько. Здесь у нас такая большущая раковина. Внизу никакой полочки нету. Вот сюда полотенчика вешается. Здесь салфетки, здесь светильники, здесь зеркало. Всякие принадлежности, соответственно. В темном свете шкафчик. Ну и тут вообще все в темном цвете, вся мебель. Вот такой шкафчик, дополнительное одеяло. Это когда зимой. Сейчас они, конечно, не нужны. Одно просто недостаточно. Есть кондиционер. Без кондиционера мы, конечно, не въезжаем. Но такие гостиницы есть, они совсем дешевые. Вот. Стерлась золотая краска. Это кто-то сидел. И головой своей потер. Золото, бриллианты ушли на волосах. Вот такая вот гостиничка. Мы взяли с собой в машину напитки и фрукты, чтобы вот так вот перекусывать. Гостиницу вам показала. У нас есть два халата. Не знаю, часовные песчины. Че, песчины? А я украду DC. Ой, друзья, вот она я на балкончике. С балконом. Вид, конечно, не такой, как у нас в Испании, но все равно. Так раз посмотрели, как народ живет. С балконами, с садами своими. Да, вот так вот можно раз прикрыться от солнышка. Потому что и растения могут пострадать. Горшочки-то, земля пересыхает. И вот, посмотрите, как все зелено. Там поближе покажу, что же я вам не показываю, это поближе. Вот так вот. И вот так наверх. И вот сюда. Вот они, деревья. Прям деревья. Вот, а вот это дерево приболело, и некому его, здесь так не спилишь, нужен вертолет или кран, так, чтобы его подхватил, чтобы он никак, нигде, ничего. Ну, вот так бывает, обратите внимание, что здесь вот с такими террасами, я думаю, что это тоже гостиничная какая-то штучка. Почему? Ну, вот потому что все одинаковое.
У нас нету здесь стульчиков, потому что все-таки люди приезжают в такие места переночевать. А так днем, конечно, отдыхают. Марка сделал что-то 26-25 градусов. Это много. Меньше 21-22. Я с вами прощаюсь. Давайте еще раз я вам покажу, что у меня тут на голове. А на голове у меня вон что. Никак. Жарко мне. Слушайте, жарко мне. Ладно, всем пока. Ставим лайки, подписываемся на наш канал. Здоровья, удачи, долгих лет жизни.